весело. Давай повеселимся. Пройдемся по барыгам, поглядим, что не в кассе лежит. А, рэкет. Старая добрая игра, да? Кто меня прикрывал? Ограбив это место, мы поступили правильно. Больше интересно. Они нам проблем не доставят. Мальчик? Я вижу его! Боже, башка трещит. Бои чувака нахрен! Мы не берите. Ничего личного! Чистый бизнес! Нужно было остаться в школе, кретин. Улыбнись и скажи «А-а-а». Что я сделала? Вон он! Да, он наш! Отцепите его от меня! Вон он, главный! Запрыгиваем! Давай в укрытие! Черт с ним! Ой, да ладно! Бери пушку! Кто еще пушным заняться? Я тебя вижу! Что? Он получил по заслугам. Я понял, все серьезно. Не стрель, еще добавить! Кому ты платишь за крышу, а? Дерьмово они делают свою работу. Ты заслуживаешь лучшего, копишь? Не выйдет, гад! Проваливай! Я тебя не боюсь! Проваливай! Нет, не надо! Ради бога, только не это! Я сдаюсь! Заплачу! Я боюсь! Поднимите меня! Дерьмо! Я хотел сделать все по-хорошему, но придется по-плохому, если не заплатишь. Ладно, ты получишь свои деньги, клянусь. Это шутка. Еще по одной и к жене.